В реальной жизни оружие делается как можно меньше и компактнее, а в комиксах даже обыкновенный пистолет выглядит как навесное танковое орудие. На эти глубокие мысли подтолкнула меня игра Син, которую вы сейчас видите на наших экранах. Позволим себе углубиться в неглубокий сюжет этой комиксовой стрелялки. Согласно законам жанра, в основу игры положено противостояние добра и зла. Говоря конкретнее, противостояние могущественной корпорации Синтек и полицейского департамента Hard Cops. Главным действующим лицом в игре является крепкий парень по имени Джон Блейд, что также соответствует законам жанра. Супергерой не может и не должен называться, скажем, Тима Савушкин или Васисуали Мышехвостов. Имя героя должно вселять ужас в сердца и умы плохих парней, быть коротким и хлестким, как выстрел, каким оно и является. Главным отрицательным персонажем в игре выступает глава компании Синтек, дама по имени Алексис Синклер, молодая красивая стерва, стремящаяся превратить все население мегаполиса в послушных мутантов. Глупо объяснять, что именно эту затею должен с блеском провалить наш славный парень-полицейский. Все начинается с ограбления центрального банка. Наш герой садится на вертолет и влетает на место происшествия. Если мы зададимся вопросом, за что мы любим игру Half-Life, то выясним, что помимо своих прочих достоинств, она была весьма реалистична. Как это ни парадоксально звучит, но, вероятно, многие полюбят игру Син за то, что в ней все не так, как в реальной жизни. В чем это выражается? Син — это игра для тех, кто любит почувствовать себя непобедимым, как Бэтмен или незабвенный Спаун. Здесь вы можете запросто ввалиться в комнату, наполненную врагами, и перестрелять их всех в упор, не прячась, ибо ваша броня всегда прочнее, а ваш автомат всегда убойнее и скорострельнее, несмотря на то, что вы только что отобрали его у противника. Однако я сразу хочу предостеречь любителей ураганной тактики. Поскольку нередко действия игры происходят в городе, вам так или иначе придется сталкиваться и с простыми гражданами. Так что прежде чем устроить своим врагам небольшой ад на земле, посмотрите, не заденете ли вы кого-нибудь из нормальных людей. Кроме того, если вы натолкнулись на такого несознательного гражданина или гражданку, то потрудитесь сказать ему, чтобы они шли куда подальше в безопасное место. Оружие в игре, как я уже говорил, имеет настоящий комиксовый вид. Более-менее скромно выглядит разве что дробовик. Что же касается остального, то любым предметом вооружения запросто можно порешить ни одного врага, просто с размаху швырнув оружие в нужном направлении. Правда, до этого, наверное, не дойдет, поскольку враги всегда оказываются достаточно любезны и, умирая, оставляют на месте гибели небольшой склад с боеприпасами. Так что с этим проблем у вас не будет. Если мы проследим всю историю трехмерных стрелялок, то очевидным станет, что герои в них делятся на очень серьезных юмористов. Например, персонаж в Думе, а затем его последователи в Quake были на редкость неразговорчивыми. Начало традиции активного общения со своими врагами положил Дюк Нюкем. И с тех пор пошло-поехало. Не стал исключением и наш Джон Блейд. Периодически, отправив на тот свет десятку-два врагов, меньше за раз у него просто не получается, он выдаст какую-нибудь крылатую фразу из области черного юмора. Наш герой носит с собой портативный компьютер, на который периодически приходят новые задания. Задания бывают основные и второстепенные. Для выполнения миссии достаточно выполнить все основные задачи. Враги в игре достаточно умные, но не такие, как в Half-Life. Они также прячутся, но их всегда можно достать. Авторы игры и здесь не отступили от законов жанра, которые гласят, убитый враг должен умирать красиво. И враги действительно это делают. Вот вы разрядили очередную обойму в очередного нехорошего парня. Но он не осел, как мешок с картошкой, а красиво, раскинув руки, кувыркнулся назад. Смотрится, что и говорить. Правда, такие трюки выглядят несколько неожиданно в узких пространствах, но в целом неплохо. Правда, двигаются враги как-то неестественно. Вот здесь как раз реализм не помешал бы. Не будем подробно останавливаться на графике, поскольку тут мнения немного разошлись. Кто-то говорит, что пейзажи несколько угловаты. Кто-то говорит, что при такой динамике сюжета на графику внимания уже не обращаешь. Позволю себе нелестно отозваться только о взрывах и вспышках. По сравнению с тем же Half-Life, огненные навороты сильно проигрывают. Не сказать, чтобы они выглядели уж слишком плохо, но дыхание не захватывают. Весьма посредственно. В целом, игра довольно неплохая. Правда, я не могу сказать, насколько она интересна в развитии. Говорят, что сюжет интересный. Но не буду вас обманывать, сам я ушел крайне недалеко. Но я постараюсь это сделать, чего я вам желаю.